Привет, ребят. Привет, дорогие. Я нахожусь на прекрасной таежной осенней речке. Реке, этой красавице реке. Вот, в надежде, что сегодня я что-нибудь поймаю здесь. Это уже такая, это за середину осени. Это уже за середину октября, это практически ближе к концу октября. И что самое интересное, не холодно. Ну, градусов, наверное, 8 сейчас тепла. Еще вечерами и ночами нет заморозок, но природа уже готовится. Поэтому таких вот светлых солнечных дней все меньше и меньше. В основном это дожди здесь. То есть у нас южная тайга, здесь дожди. Все вот это вот погода меняется, рваная, но не суть. Как обычно, традиционно в этот период идет водосброс на Волге. Вот это все берега, вот это вот все, это все летом вода, и доходит она аж вот до той кромки, вот до тех березок. Вот, ну, по кромке опушки, в принципе, вот леса. Вот сейчас все берега открыты, и с одной стороны это хорошо, потому что это огромный плюс, ты можешь просто вот так вот в сапогах, даже в принципе не в каких-то болотниках, а просто в сапогах прекрасно ходить вот по этому песчаному берегу. Местами, конечно, он засасывает, но тем не менее. И ты можешь в принципе обходить вот так вот все, вот эти вот всякие загибы, завороты реки, облавливать прекрасно. Единственное, что, конечно, туда ты не добросишь. Поэтому, в принципе, лодка вообще не нужна. Конечно, горизонтов с лодкой у тебя больше. Поэтому вот здесь эта казанка чья-то, или это прогресс, что ли, старый, старенький стоит. Ну, это местный. И вон там тоже лодка. А вот я надул свою Уфимку 2.0. Назовем ее так. Вон она серенькая стоит. В принципе, для того, чтобы, ну, на всякий случай, если зацеп, и жалко терять приманку хорошую, придется ее отцеплять, а это можно сделать с лодки. Да, вот там на том берегу мужичок ходит, что-то ходит, ну, кидает, безрезультатно. Ладно, про рыбалку сейчас еще поговорим. В общем, смысл в том, что можно на лодке-то, вот эта вот коса такая здесь идет. Вообще место, я вам сейчас скажу, в принципе, ровно где-то пару лет назад, вот именно здесь, вот на этой яме, ну вот русло посередине примерно идет, где-то вот на этой яме вот так вот мы стояли с Максом. Макс, если смотришь, привет тебе, дружище. И здесь был просто пулеметный клев окуня. Мы попали просто на жор, при этом было тепло, хорошо. И вот, в принципе, на таких вот заворотах, ну, водой намывает, и здесь вот присутствуют ямы. Если так вот на камеру передается, то вот берег идет, вот видно у кромки, а дальше вот полоса такая, вот это вот уже идет глубина. Теоретически можно прямо отсюда кидать даже ту же резинку, джиг, там какой-нибудь 8-10 грамм. Здесь не так глубоко, здесь метров, ну, метр 4-5 максимум. И ловить прямо с берега, обхаживать все вот эти берега, все вот это вот хозяйство, вот так и туда пошел. Если там пройти вообще можно, посмотрим. Но лодка нужна, в принципе, для расширения горизонтов, например, переплыть на тот берег и ходить вот там. О, здоровенный след такой, когтистый. Вот еще. И вот здесь вот тоже эти следы. Волк, да, росомаха огромный, медведь ходит, да. Хотя, кстати, вот это вот вообще косулина след, или это нет, это скорее даже кабани, наверное. Вот они, вот тут, вот это вот, вот она, вот ходит, вот. Вот эти все следы. Ну, смотрите, молодой какой. Ну, частично смешаны с большой крупной собакой, понятно. Сейчас крайне сложно разобрать. Смотрите, какая лапа, да, у собаки. Вот. Где-то тут встречается, конечно, такой вот. Вот, да, вот они, вот он тут ходил. Вот она ходила. Поэтому, скорее всего, сегодня медведя у нас с вами в кадрах не будет. Хотя, кто знает. Вот такие дела, ребят. Я сейчас... Время, ребята, ну... Уже ближе к обеду. И у рыбы, наверное, тоже. Какую-нибудь вот такую резину. 8 грамм. Офсетный крючок. Есть вот такая у меня прямо. Тут десятка, наверное, стоит. Яркая. Ну, давайте пока, наверное, вот такую возьмем. Она такая более к месту подходит.
подойдет ли она к рыбе. Вот вопрос. Так, ну она должна подальше полететь у нас. Да, очень неплохо. Нет, конечно, с этой палки летит она шикарно. Ну-ка. 8 грамм. Как она падать будет еще? Может надо... О, только сейчас упала. Наверное, 10 надо ставить. Хотя... Да нет, нормально она отыгрывает. Да, ребята, что-то мне это совсем не нравится, печально. И мужики ушли, все. Опа, что-то сидит, ребят. Маленький окунь, скорее всего. Ну, маленький окунь. Очень маленький, судя по всему, потому что, ну, это вообще еле-еле я его... Да, как я и думал. Ну, ребят, это вообще... Вот такая мелочь, которую, в принципе, я даже и брать-то не буду, потому что, ну, смысла в этом нет никакого. Взял... Нормально взял и аккуратненько снимайся давай, дорогой, и плыви отсюда. Так, ну вот, пожалуйста, давай, красавчик, пошел, полосатик. Одна рыба есть, ребят, уже радость. Ну, так, я думаю, что можно попробовать и на лодке. А он даже... А чё ты не уходишь? Ну-ка, давай-ка плыви отсюда. И стоит. Руками обжигаешь. Вот, и он... Ну, это, ребят, уже приятно. Как какую-то мелочь взял. Уже какая-то есть небольшая радость, но совсем небольшая. Ну, вот на резинку на эту, на желтую, да? Ну, давайте еще попробуем. Тут даже... Опа, сидит. Ну ты смотри, ну. Вот, ребят, вот я нашел. Вот так вот я ходил и, в принципе, нашел. Но опять же, мелочь. Это просто мелочь какая-то несусветная. Сидит. Ну, что там? Да. Не, этот уже, слушайте, ну нет, этот уже покрупнее. В принципе, кстати, на уху. Да, вот это уже, в принципе, уха. Нет, это, ребят, можно взять, потому что мне надо есть. Я беру. Да нет, нормальный, в принципе, неплохой окунек. Ну, сейчас на куканчик на маленький посадим и пусть там плавает, потому что здесь-то я, в принципе, не на один час. Пока о том, что ключ подобран, говорить не приходится, но вроде бы вот на эту желтизну.
Так. Ребят, ну, это ж надо. Опять мелочь. Прям такая хорошая мелочь сидит. Да, он даже не дергается. Он просто, я не знаю, что там сидит. Это... Да. Хотя, в принципе, опять же, да нет, ну уху-то, ребят, нормально, ничего, такой грамм, это на 200, может быть, 150, не знаю. Я беру, потому что уху надо варить, а не из чего. Есть, сидит, прямо у берега клюнул. И так осторожненько он берет, вообще не тянет ничего особо. То есть прям у берега. Ну это вообще сикельдявка. Это нет, это совсем мелочевка. Ну это вообще, ребят, нет, да, это вот я отпущу. Поэтому так я и не почувствовал практически. Поклевки-то, ё-моё. Плыви. Ушел. Прошла лодка, сейчас будет обратно эта волна техногенная. Рыба перепугалась, естественно, вся. Да. Такие вот пейзажи, ребят. Как вы поняли, я решил расширить несколько горизонты возможностей и выплыл на лодке. Отплыл буквально вот недалеко. Наверное, надо чуть-чуть еще, чуть-чуть буквально вот, может быть, сюда. Ну да, там сейчас прямо вот такая. И вот насколько, да, погода в октябре осенью изменчива. Тут же налетел такой ветерок, пошла рябь и такой мелкий противный дождик. Хорошо, там вот какие-то я вижу просветы. Вот там полоса идет на горизонте. Хорошо, просветы. Ну, вот такое вот небо сейчас. Вот так вот это все хмуро. Такая вот осень, ребят. Что поделать? Ну, не дома же сидеть. Сейчас я не думаю, что вообще клев будет. Прекратила она гулять. Выходов таких я не вижу больше. Сейчас пройдет вот это вот, может быть, попробуем. Ну, по такой рябь. Да нет, это нормальная рябь, это не волна, ничего. Да и здесь такого и не будет. Все-таки хорошо лес защищает берега от сильного ветра. Но уже так руки прям начинают подмерзать. Неприятно так. Холодновато. Я бы так сказал, не холодно, но уже прохладно. Все то же самое, та же желтизна, и пробую я кидать туда, сейчас попробую. А дальше по плану, вот там такой мысочек, вон он. И вот на тот мысочек я хочу вылезти, походить вот там, вот посмотреть, что за ним. Там тоже идет заворот реки, ямки всякие. В общем, время пока у нас еще есть, а может быть еще и воблер поставлю, да какую-нибудь травянку, там щуку, ну посмотрим. Сейчас пока попробую еще окуня половить. Все-таки очень хочется этого окуня. Но даже если окунь не бьет вот так вот, как тогда мы с Максом попали. Ну что поделать. Ладно, продолжаем. Пока я там камеру выключал. Ну вот, пожалуйста, мелоча. Пошли. Все как обычно, на месте. В общем-то, в дождик рыбалка есть. Опять же, ушиный, ну, на уху нормальный такой окушок. Да ну ладно, прям практически у лодки клюнул, обалдеть. И ой,
Ну, это уже поинтересней, по крайней мере. Нет, ну, этот окунь уже поинтересней, ребят. Ну, давай, иди сюда. Ну, не, ну, ребят, да, здесь уже поинтересней. Практически вот у лодки. Ну-ка, ну что ты? Да? Как вам? Видно там? Ну вот, это уже что-то. Это хотя бы, ну, 200, наверное. И взял очень-таки хорошо, заглотил. Сбавит ход здесь или нет, когда он будет проплывать мимо меня? Или так и пройдет? Насколько люди... Нет, так и идет. Он даже ход не сбавляет вообще абсолютно. Ему вообще все равно будет. Пусть меня снесет. Ну, разве это дело, ребят? Да. Встанем по волне. Ну, люди разные. Осуждать не буду. Я бы сбавил ход. Не знаю, как вы. Я бы ход сбавил. Ну, так вот, приятно, на волне. Хотя, конечно, все, теперь я тут... Теперь, наверное, рыба испугается, да. Она вообще-то боится таких вот моментов. Ну, ладно. Да ладно. Ну, ты посмотри. Опять же, в лодке практически взял. Прямо здесь, где я стою. Ну. Да, ну, такой же, в принципе, нет. Все это стандартные, ребята, варианты идут. Все эти... Вот это чисто ушичный такой, опять же, окушок. Небольшой, но вполне себе в ухе съедобный. Ничего-ничего, нормально. Ну, я 5 окуней взял, но таких там грамм 300, не больше. Хороший, нормальный. Нормальный, да. Ну, ну, мелочи тоже полно. До этого и окуни не клевали. Не-не, вот сейчас где-то с часов с трех, наверное, вот началось. Нет, так вот, в пятницу, в субботу и окунь не клевал ни хера. Ага, ну погода. Что-то сидит мелкое, опять же. Да, очень мелкий окунь. Ну, это вообще, ребят, ну, куда такое? Мелочата такие вообще. Нет, такого мы точно отпустим. Это совсем уже никуда не годится. Давай. Сидит мелочь. Ну и мелочь, наверное, да. Еле-еле. Бьется, но... Бьется, конечно, но...
А сейчас вообще, по-моему, не. Ну, он бьется, да, мелкий окунь. Ну, такой вообще. Ребята, ну. Плыви давай. Ну, такая вот, ребята, она рыбалка на окушка. Он здесь не крупный абсолютно. Конечно, хочется покрупнее поймать, но хоть что-то клюет, и то спасибо. Прямо у лодки клюнул, обалдеть. Прямо у лодки, ребят. Ну. Ну, это уже поинтересней будет. Нет, это точно поинтересней. Конечно, это не тот окунь, которого мы хотим все, но поинтересней. Прямо у лодки взял. Все-таки. И хорошо, как взял. Заглотил аж по самой гланды. Обалдеть. Такой красивый закат, ребят. В общем, как вы поняли, я решил сменить тактику и завершить этот прекрасный день, вечер уже, попыткой половить щуку. Но я боюсь, что здесь-то как раз щуки может и не быть. Она здесь такая проходная. Она здесь не стоит, но, по крайней мере, пройтись по этой косе, посмотреть вообще, что здесь. Ой, здесь вообще, ребята, вот это все мель, это все отмель. Обалдеть, конечно. И, может быть, вот там вот, по той бровке побросать туда вот, вот в ту заводину. Ну, туда-то я не доброшу. Ну, хотя бы можно попробовать сменить тактику. Сколько? 5-6 окушков нормально, в принципе. Получилось, так что все отлично. Ну, попробую здесь покидать. Вдруг получится, попробую воблер. Ну, может, и окунь, кстати, на воблер тоже попадется. И вот как красиво-красиво озаряется вот так вот деревья заходящим солнышком. Да, темнеет уже намного раньше. Световой день короткий. Будем пробовать. Так, а там что-то прям я намотал-то уже. Обалдеть, а там водоросли. Это я так сейчас тут нарыбачу. Или что это? А, да, это ракушечник. Его там полно. И вот это вся отмель из ракушечника. Что, конечно, вообще... Это нам надо куда-нибудь, может, бросануть-то в другое место, попробовать. Вообще глубины нет, ребят. Так что воблер тут, наверное, не покатит. Да, и по дну, он даже этот цепляет по дну. Хотя он по куче ракушечника вот этого, в общем, есть свои особенности. Поэтому здесь-то в основном, наверное, только окунь-то и ловит. Да, так и есть, и мужики стоят, он тоже с этим окунем мучаются. Да вон тут вообще, в принципе-то,
дно видно. Ну какая здесь какая рыбалка? Не знаю. Ямы дальше там, а здесь все, даже метр-то, наверное, нету. Да, вон я даже сейчас цепляю. Дую, вон провожу и цепляю по дну. Окончательно уже, ребят, стемнело. Окончательно стемнело. Дошел я до берега. Вот буквально только такой вот, как клинком острым полосой прорезал. Уходящее солнышко, еще где-то отцветы его есть. Где-то пронеслась пара уток, и причем, ну, вырви глаз, конечно, она лета никакого нет. А тут уже вот так, ребят. Где-то там деревенька, и там какие-то огоньки поблескивают в воде. Такой вот сегодня уловец. В общем-то, конечно, можно сказать ни о чем, да, если но ни о чем. Все равно надо было постараться поймать. 6 вот таких окушков, в принципе, на уху нормально. Вот так закончилось так, этот день рыбалки у меня здесь, на Таежной реке. Прекрасной осени. Пока вот так, ребят.